Для кредита Уралбанка дарить подарки клиентам – добрая традиция. 4 месяца с августа по ноябрь горожане участвовали в акции «Счастливые покупки» с картами Visa. А теперь настало время узнать имена счастливчиков, которым улыбнулась удача в финале. Сегодня в кредит Уралбанке особая атмосфера. Акция с международной платежной системой Visa подошла к концу, и все участники ожидают финального розыгрыша. Еще бы, ведь главный приз – автомобиль. Но это не все подарки. Каждый месяц участники получали гарантированный кэшбэк за покупки, а двое счастливчиков стали обладателями сертификатов по 50 тысяч рублей. Андрей, Олег, поздравляем вас с победой в очередном этапе нашей акции. Условия участия были максимально простые. Нужно было зарегистрироваться на сайте Кредит Уралбанка и оплачивать покупки картой Visa. Вот и Андрей Москалев выиграл денежный приз в ноябре, просто покупая товары в магазинах. Клиентом банка являюсь с 2010 года где-то. Ну и очень доволен. Не ожидал, был очень доволен. Позвонили, сказали, выиграл. Был счастлив. Олег Лукин также не ожидал победы, но он уже решил, на что потратить свой денежный приз. Приятно удивлен, довольный. На машину потратить, на ремонт, как раз сломалась. Надо ремонтировать, деньги вот потребуются. На этом сюрпризы не заканчиваются. Сейчас мы присутствуем при главном моменте. Призовой автомобиль с минуты на минуту обретет хозяина. Мы уже второй раз проводим розыгрыш автомобиля в нашем банке. И нам нравится тот отклик, который вызывают акции вот с подобными призами среди наших клиентов. В этом году мы хотим особо отметить нашего партнера, компанию Visa, которая помогла нам провести столь масштабную акцию. Процедура выбора победителя, главного призера, она максимально проста и прозрачна. Вот специальная программа, в которую загружены все участники акции. Мы пригласим наших гостей специальных, победителей 4-го этапа, и они при помощи клавиатуры остановят вот этот вот нескончаемый поток наших любимых дорогих клиентов. Поехали. Поехали. Так, и кто у нас там? Трофимов Алексей Петрович. Здравствуйте, вас приветствует вице-президент Кредит Уралбанка Гриценко Сергей. Только что состоялся розыгрыш главного приза акции «Счастливые покупки» с картами Visa. И по итогам могу вас поздравить, вы стали главным победителем. Вас ждет новый автомобиль. Да? Да. Это что, розыгрыш? Да я вообще в шоке, честно говоря. В хорошем шоке? Ну да, конечно. Вообще в растерянности. Ну, приходите в себя, поздравляю вас, всего самого наилучшего. С обладателем главного приза акции от Кредит Уралбанка «Счастливые покупки» вместе с Visa мы познакомим вас в отдельном сюжете. Дина Наумова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.